Здорово. Еще один попрошайка. Если ты ищешь воду, вряд ли я могу тебе помочь. Вся вода в проекте «Чистота». Если нужна вода, отправляйся к мемориалу Джефферсона и спроси писца Биксли. А теперь, с твоего позволения, мне нужно координировать военные операции. Да неужели? А мне уже казалось, он про нас забыл. Не знаю, насколько ты в курсе. Участились нападения на караваны. Они выглядят подготовленными. Не просто стычки с рейдерами или мутантами. У меня заканчиваются ресурсы, а из людей остались самые желторотые. Нужно докопаться до источника этих спланированных нападений. Чем скорее, тем лучше. Отлично. Мне не помешает здесь твердая рука. Сопроводи караван от проекта «Чистота» до общины Кентербери. Если, а точнее, когда он попадет в засаду, выясни, кто стоит за нападением. Я абсолютно уверена, что нападут на любой караван. А именно этот караван сопровождают самые младшие из моих людей. Хорошо бы ими руководил кто-то с опытом боя на пустошах. Сначала обороняй караван, потом найди базу нападающих и покончи с этим раз и навсегда. Отлично! Я чувствовала, что ты возьмешься за это. Офицеры Дэвис и Лорен только что ушли из проекта «Чистота». Если поспешишь, догонишь их. Они будут идти вдоль берега. Если пойдешь на север, вдоль реки, от проекта «Чистота», ты догонишь их. Пожалуйста, поторопись. Удачи!
Привет, это Одноглазый Джек. Записываю это, потому что половина из вас, придурков, наверняка читать не умеет. Но ты эту кассету лучше не швыряй, где попало. Если ты это слушаешь, значит, кто-то из моих ребят решил, что тебе можно доверять. Если он ошибся, ты труп. Если он прав, ты богач. Есть у нас, короче, один план. Пока братство дерется себе с анклавом, мы будем громить караваны с водой. Рано или поздно им таскаться с водой надоест. И тогда мы предложим свои услуги по охране. Пустоши — место опасное, кто б спорил. Мы с них 7 шкур сдерем. И главное, мы будем продавать воду тем, кому захотим. Хочешь в дело — выезжай громить следующий караван. Когда закончите, спрячь воду, тебе покажут где. А потом иди к бабуле Спаркл. Бабуля любит гостей и умеет держать язык за зубами. А готовит-то как? Там и встретимся. Товарная станция Вильхельма. Стоит прямо на реке. Не заблудись. Да, и запомни пароль. Тушеный болотник. Если забудешь, даже не думай туда соваться. Шлепнут и все, без шуток. А что пялишься? Отвали. Кто ты, черт возьми? Так ты из новичков. Ладно. Если знаешь пароль, ты в деле. Если нет, ты труп. Очень смешно тупиться. На том свете посмеешься. Осторожно! Огонь! О, осторожно! Продолжайте вести огонь! Нравится мне это! Это еще что значит, черт возьми? Неважно! Это не пароль, так что ты труп, тупица! Ладно, тебе повезло, что ты в курсе. Не знаю, кто впустил тебя, да и неважно. У нас в банде все просто. Самый крутой устанавливает правила, и здесь это я. А у меня только одно правило. Делай то, что я сказал, и когда я сказал. Теперь садись. Мы ждем, пока кое-кто вернется. Да, и надень это. Мы банда, мы носим одинаковую форму. Увидимся. Что такое? Присядь и расслабься, ты мне на нервы действуешь. Тебе жить надоело? Меня устраивает. Ножи, трубы, доски. Я что, предлагал пистолеты? Не было такого. Было сказано, ножи, трубы или доски. Я тут пока что главный, так что как скажу, так и будет. Так что выбираешь, тупица?
Отлично. Вот свинцовая труба. Используй только ее. Если еще что-то достанешь или вмешается кто-то еще, мои ребята тоже присоединятся. Удачи, она тебе понадобится. Давай, давай! Эй! Ты труп! Что такое? Твои! О, да! Ну да, давай! Убей его! Ура! Надери ему задницу! Ха! Проклятие! Ты труп! О, да! Бей! 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 Есть! Давай! Умри! Убей! Ну и как тебе это? Бей! 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 У меня попали! Есть! Не бей его! Босс убит в честном бою. Молодец. Вроде бы теперь ты босс, но боссы нас всех достали. Но план одноглазого Джека нам нравился. Так что если уговоришь эту стерву в Ривет-Сити платить нам за крышу, ты в доле. Так что новый босс нам не нужен. Но по части крыши в долю возьмем. Если Лепелитье заплатит. На что пялишься? Нам не о чем говорить, пока ты не уговоришь Лепелитье заплатить нам за крышу. Проваливай. Отвали. Отвали. Так что, тебе удалось убрать тех, кто нападал на караваны? Правда? Это отлично. Спасибо. Как только у меня будет минутка, я разберусь с твоим вознаграждением. Ну как бы мне нечего тебе дать в данный момент. У меня просто кончились ресурсы. Вернулась только четверть моих людей, охранявших караваны. Я опасаюсь худшего. Я напишу Биксли, песцу братства, который руководит проектом Чистота. Наверняка у братства есть чем наградить тебя за труды. А теперь, с твоего позволения... Мне нечего тебе предложить. Если тебе нужно вознаграждение, отправляйся к Биксли в проект «Чистота». Прости за беспорядок. Что-то еще? А он, оказывается, не такой уж дурак. Небось, собирается продавать свежую воду рейдерам и работорговцам. Хм, а это идея. Конечно, Лайонс оторвал бы мне голову, если бы я устроил что-то подобное. А, да, я получил от нее сообщение. Оно где-то тут. Ну да не важно где, я помню, о чем оно. Ах,
Послушники только что закончили опись оборудования, конфискованного у анклава. Там была пара вещей, которые мы не отослали сразу же. Если хочешь, бери на здоровье. Братство благодарит тебя за труды. А теперь, если ты не против, вздремну-ка я прямо за столом. Я только из цитадели. Ну, как все прошло? Лайнс угостил тебя чаем с печеньем? Он опять спрашивал про груз. И каков был твой ответ нашему бесстрашному лидеру? Что беспокоиться нечего, этим вопросом занимаются. И как он это воспринял? Точно так же, как последние 10 раз, когда задавал тот же вопрос и получал тот же ответ. Ой, на. Сэр, разрешите не по уставу. У меня нет времени на протокольной церемонии. Говори не по уставу, только быстро. Я не думаю, что он успокоится. Мне кажется, он что-то подозревает. Его дело заниматься проблемами с анклавом. Или про них он забыл? Ну, пропало несколько партий воды. Ему какое дело? Старый пердун. Сэр. Не волнуйся. Если что, пострадаю только я. Есть, сэр. Лайн что, забыл о войне с анклавом? Эй, привет! Приятно снова тебя видеть. Ходят слухи, у тебя были проблемы с включением очистителя. Сочувствую. Мы пытаемся разобраться, что именно тогда случилось. В любом случае, приятно видеть, что ты снова в форме. Без тебя нас бы тут не было. А, ну она... После того, что случилось с тобой, когда запустили очиститель, она, видимо, решила, что с нее довольна. Ей нелегко пришлось, понимаешь? Сначала погиб твой отец, потом очиститель захватил анклав, а потом здесь прописалось братство. Она и правда от всего устала. Собрала вещички и двинула на север, в содружество. Говорят, там есть научное сообщество. Надеюсь, там она найдет то, что ищет. Увидимся. Что здесь делаем, а? У нас есть дела поважнее. На что пялишься? На что пялишься? У тебя... Ты пока в порядке, как погляжу. Поторговать не хочешь? Остерегайся, Гаев. Их там дофига. А неприятности? Нас продали с потрохами, да? Ты за это заплатишь. Вроде я что-то слышу. Эй! Пожалуйста, так хочется пить. Бедолага. Вот, возьми, у меня есть немного воды. Для меня чистейшая вода. Благослови тебя, Бог. Благослови тебя, Бог. Бог с тобой. Я рада была помочь. Такая чистая вода. Уж не упомню, когда...
Ой. Боже мой, что случилось? Вода. Что же мне делать? Он попросил воды, и я хотела ему помочь, а не убить его. Я ему дала воды, которую взяла в Спрингвейле. Она на вид и на вкус была чистая. Откуда мне было знать? Нет, не ладно. Для него нет. Это же была святая вода. Тот человек в монастыре в Спрингвейле сказал, что она святая. Он мне дал эту брошюрку вместе с водой. Его зовут брат Джерард. Ты его найдешь на главной дороге через Спрингвейл. Не знаю, поможет ли это, но я не знаю, что еще сделать. Я не могу тут оставаться после того, что случилось. Привет. Вечер добрый. Усталому путнику всегда рады в монастыре апостолов Вечного Света. Твои странствия наверняка утомили тебя. Прошу, прими наш дар, святую воду, благословленную нашим орденом. Мы должны жадно пить воду света, дабы она осветила языки наши и очистила нас для речи. Очисти свой язык от неподобающих речей и спей святой воды. Потом поговорим. Да, я вижу отсвет сияния атома в твоих глазах. Язык твой очищен святой водой. Теперь мы можем поговорить. Чем я могу тебе помочь? Нет, нет, наш орден скромен, но ряды наши постепенно пополняются, ибо другие слышат слово атома и обретают просветление. Наша светлейшая мать говорит... Где иные бредут через мертвую пустыню, мы указуем путь к вечному свету. И в знак доброй воли мы предлагаем эту святую воду всем обращенным. Она преисполнена светом атома, если ты об этом. Ярче и теплее любой другой воды, какую мне доводилось видеть. Благословение вот совершает матушка Кюри Третья, наша светлейшая мать, но ее работа не дает ей покинуть стены монастыря. Наша светлейшая мать отправилась медитировать за пределы города, и когда она погрузилась в транс, к ней явились атомовые ангелы войны. Эти ангелы принесли ей свежую воду. Воду столь чистую, первозданную и неоскверненную, что она станет совершенным сосудом для сияния атома. С того дня она стала освещать свежую воду атома, превращая ее в воды света. Нет, она исполнена света атома. Трагично, что не все готовы принять просветление, но таковы пути Господни. К тому же мы никого не принуждаем ее пить. Мы просто даем шанс тем, кто жаждет большего. У
Увы, лишь просветленным открыт туда вход. Твое присутствие осквернит нашу великую работу. Но если ты хочешь принять крещение святого света Атома, то, пожалуй, я смогу тебя пропустить для встречи с нашей матерью. Да, можно и так сказать. Мы не можем принять тех, кто не несет в себе света. Проходи к нашей скинии, пилигрим. Молись Атому, дабы он наполнил тебя святым излучением. Окунись в сияние вечного света Атома. Прости, но другого выхода нет. Тебе нет места на святой земле, пока ты не постигнешь свет Атома. Где тебе видится радиация, мы видим спасение человечества. И мы не можем позволить недостойным войти в наш святой монастырь, понимаешь? Ты можешь поведать Атому о своем стремлении к просветлению в нашей скинии. Все могут принять вечный свет. Всех наполнит сияние. Да хранит тебя свет Атома. Добро пожаловать в наш монастырь. О, я чувствую в тебе свет. Добро пожаловать в наше убежище. Но сначала иди, пожалуйста, к нашей наставнице, нашей светлейшей матери, Кюри Третьей. О, апостолы вечного света впервые причастились сияние Атома через святое учение исповедника Кромвеля. И мы оставались в церкви Кромвеля, пока Атом не даровал видение нашей светлейшей матери. Ей было открыто, что Атом не призывает к делению, тому взрыву, что разрывает нас на куски. Атом радеет о просветлении, тепле, которое пестует нас. Ибо лишь через высшее и абсолютное просветление Атома можем мы обрести спасение в вечном свете. Да хранит тебя свет Атома. Услышьте мои слова и погрузитесь в тепло Атома. Долго мир наш был в запустении, и люди стали пусты. Сердца их стали холодны и сухи, а жажда мучает равно слабых и сильных. Но мы можем спасти их, ибо от Атома нам дарованы милосердие и сострадание. О, братья мои! Давайте разделим с ними воды света. Да исполнятся они силой Атома, да узрят они его сияние и обретут просветление. Да будет им наградой жизнь вечная, дабы они прибыли с нами в сиянии Атома и никогда больше не знали пустоты. Ух ты! Я не ждала пилигрима в нашем святилище. Боюсь, мы не слишком готовы пускать сюда туристов. Тебе удалось произвести впечатление на брата Джерарда.
Он хороший мальчик, но довольно суровый. Надеюсь, он не обидел тебя? О, совсем позабыла о вежливости. Я матушка Кюри Третья. Мне выпала честь наставлять апостолов Вечного Света. Чем я могу тебе помочь, дитя мое? Да, если тебе нужна вода, наверняка брат Джерард с радостью выдаст тебе бутыль-другую. Мы не берем денег за благотворительность. Это дар атома. Я медитировала здесь, в Спрингвейле, когда ко мне сошли четверо ангелов его в сияющих доспехах. Когда я сказала, что я из Мегатонны, они дали мне бочки со свежей водой и повелели разделить ее с моим народом. Они настаивали на этом. Тогда я и поняла послание атома. И с того времени я благословляю эту святую воду и разделяю ее со всем миром. Как зачем? Чтобы даровать просветление всем страждущим, само собой. Не больше, не меньше. Атом даровал мне видение. Голодные, больные, слабые. Все обрели цельность и благо через причащение сиянию атома. И при помощи нашей святой воды мы можем воплотить в жизнь это видение. Когда больные предстают перед высшим сиянием атома, они перерождаются в новом, сияющем облике. Перерожденные не испытывают голода и страданий. Они не стареют. Все, что нужно нашим просветленным братьям, это постижение сияния атома. И в том их счастье. Истинно так, но мы можем творить чудеса при помощи святой воды. Очищенная эта свежая вода идеально подходит для того, чтобы нести благословение атома. Увы, лишь ничтожное число обращенных воистину обретают вечный свет. Остальным даровано лишь просветление и окончание их страданий. Не говори глупостей. Как же мы иначе будем нести слово непросветленным? Столь многие не понимают атома и страшатся сияния его света, как смерти, а не ступеньки к большому совершенству человечества. Эту прекрасную, святую воду они пьют без страха. И когда сияние поглощает их, им уже не нужно бояться. Твоя правда. Никого нельзя спасти против воли. Это было бы несправедливо, даже и во имя атома. Может, в твоих словах есть правда. Мы не должны обманом распространять слово атома. Так мы надругаемся над самим спасением. Мы больше не будем делать святую воду из чистой. А наше утешение мы сохраним для тех, кто сам найдет нас. Благодарю тебя за твой выбор. Да возобладает мудрость над насилием. Стремись к вечному свету. Да хранит тебя свет атома, да пребудет с тобой святое сияние атома. Караван вернулся. Великолепно. Кто-нибудь погиб? Нет, сэр.
Еще лучше. Заплати им и отправь обратно. Есть, сэр. Привет. Тебе больше некому надоедать. Секты? Да, это в стиле мегатонны. В наши дни это самое подходящее место, чтобы организовать секту. Думаю, можно снова посылать им воду. Надеюсь, на этот раз они смогут ее уберечь. Вот. Не слишком много, я знаю. Наши активы почти на нуле. Но возьми это. То, что Лайонс от меня отвяжется, это точно того стоит. Спасибо. Прикрой-ка я глаза. Буквально на пару секунд. Привет. Не доводилось слышать о руководстве по выживанию на пустошах. Торговец мне продал. Благодаря этой книге моя семья снова ест дважды в день. Вот как? Ну, спасибо тебе. Вы с этой Мойрой неплохо все сделали. Хорошо написано.